У меня вот 2,5 месяца было, когда я узнала, что я беременна. Я это узнала в клинике Нуриева. Я туда поехала, и когда узнала, я же понимаю, что надо обследоваться, все остальное. Тем более в моем случае. Я приехала в ВКБ, и мне в ВКБ даже без обследований сказали, что мне противопоказано рождение, и мне надо прерывать. То есть кальцилин назначили на той неделе, кальцилин прошел. Я его прошла, и мне сказали, подумайте еще раз. Хотя я от аборта уже отказалась. Основание мой диагноз, который передается 50 на 50, они сказали. Хотя они сами не уверены, потому что... То есть ваша болезнь может передаться ребенку? Да, совершенно отделение. А сам процесс родов опасен он для вас? Что о нем говорили врачи? По их словам, он опасен для моей жизни. Но я, несмотря на это, хотела бы до какого-то срока вынести, а потом уже под инкубатор как бы положить ребенка. Они говорят, что, возможно, я не вынесу, но они мне даже обследование еще не делали. Мы ждем консилиума повторного, и туда приглашены врачи. Я так понимаю, люди со здравоохранения, придет мой адвокат также, потому что я до конца не знаю свои права, и я буду их добиваться. Почему вы намерены подвергать свою жизнь опасности? Потому что это мой единственный шанс, во-первых. А во-вторых, они мне говорят, есть же другие шансы, то есть суррогатная мать, или из детского дома. С детского дома двум инвалидам в семье никто не даст ребенка. Она суррогатная мать, у нас средств не позволит. Это очень большие деньги. И если Всевышний нам дал, мы люди, которые придерживаются ислама, и пусть и 40 дней, пусть и того, как флот образовался, по исламу уже нельзя убивать. То есть это убийство. Я считаю, потому что уже 14 недели. Скажите, пожалуйста, к какому выводу пришли врачи во время сегодняшнего, только что прошедшего консилиума? На данный момент члены консилиума после разбора всей медицинской документации, данных анамнеза и оценив состояние пациентки на сейчас, пришел к определенным, скажем так, заключению. Это заключение озвучено нашей пациентке, да, и мы ждем решения. Полностью информируем наших пациентов, наших беременных обо всех особенностях течения их беременности, обо всех особенностях состояния, да. Представляем всю информацию по диагнозам, по планам, по рискам, по дальнейшим мероприятиям. Полностью как бы согласна с ними, но это... Чувство материнства и чувство того, что хочется вот этот шанс не упускать, я решила остаться беременной, так скажем, и отказаться от прерывания беременности. Целиком полностью поддерживаем, и вся медицинская служба и республики, и республиканской клинической больницы будет направлена на то, чтобы попытаться минимизировать риски и сделать так, чтобы наши пациенты были максимально здоровы. Я принимаю точку зрения жены. Я с ней согласен.